Итак, всем привет! Сегодня будем продолжать прохождение Call of Duty Host. Так. В итоге. Значит, возвращаемся на то, о чем мы остановились в прошлой части. И продолжим. И все это время надо мной, черной тенью, висел Рорк. Мы уничтожили платформу. Отвели весь флот. Затопили эсминец, и все это время меня волновало только одно. Где Рорк? Здесь, впереди, ждет. Он был настолько хорош, призрак. Но что с ним случилось? На этом заводе было нечто важное. Федерация изо всех сил скрывала это от нас. И мы чуть было не выяснили, что это. Прикольно. Начало. Личная станция 27 июня 22.17. Приближаются два объекта. Так. Начинаем. О, какой у меня ножичек. Медленно найдем. Ух ты. Ну давай. Да! Красава, первым. Делал. Ну, у тебя и тесак, чувак. Уничтожим. Приближаемся ко входу. Меня шапком. Увидим завод. Прием. Входите в черную зону. Понял. Подходим ко входу. Ну, входу я пока ни к чему. Там свет. Палево, палево, братан. Куда? Ясно. Мы готовы у входа Б. Ясно, выходим. Перестроиться. 50 метров. Все видим. Направляемся к пункту сбора. Стоять, Домрак. Он ваш. Только тихо. Шевелись. Вообще красавец. Твоя роба займется периметром охраны. Ничто и никто не пройдет. И никто не выходит. Остальные мы обходим слева и двигаем в черную зону. Окей. Знак 30. Прикольно. Сейчас какой-то замес будет тут стрёмный. Цель впереди. Целимся. Логан, ждем сигнала. Все чисто. Я справа. Прикрой слева. У двери. Что мне делать? Ага. Открываю. Там двое. Можно выдвигаться. Будьте начеку. Гик, как там камеры? Марик, следите за следующей зоной. Большая группа целей, преимущества нет. Несколько путей. Разделиться. Все будет чесать. Стрёмно как-то тут. Мы с Логаном разберемся справа. Пошли, пошли, я и так уже разбираюсь. Ложись, подожди, пока он не подойдет. Что? Взять его. Внизу чисто. Наверху чисто. Он тут был не один. Справа чисто. Их мы у южной двери в хранилище. Оно огромное. Не знаю, что внутри, но явно что-то важное. В черной зоне камер нет. Внутри вы будете сами по себе. Запускаем процедуру перехвата управления. Заходим. Группа целей. Огонь. Не тормози. Все, враги. Встань. 10 часов. Цели на 11 часов. Огнем. Смотри, куда стреляешь.
частоте переговоров нет, похоже, все чисто. Ясно, Гиг. Скэркроу в черной зоне. Похоже, здесь компонент ракет. Ну давайте, вскрывайте. Есть пневмо затворов. Похоже, мы на месте. Гиг? Вас понял. Есть. Черт. Похоже на спутник какой-то. Вооруженный по самой не балуй. Скэркроу, мы нашли. Похоже на космическое оружие. Вас понял. Установите связь для идентификации. Логан, подключи камеру. Кэш, ты тоже. Гиган, открывай главный тепловой щит. Вас понял, Скэркроу. Отправляйте данные. Дайте взглянуть на главный блок. Ищите жезлы. Вот так, именно. Это кинетическая система доставки жезлов. Да что, пиратов чешу? Офигеть. Надо узнать, сколько уже построено. Молодцы, парни, отличная находка. Арклайд, все подразделение на боевой вылет. Работаем на поражение. Спрашивайте все. Шевелись. Вас понял, Скаркроу. Женезис подтвержден. Расстояние 80 километров. 6 минут. Работаем на поражение. Арклайд 1-1-1-2-1-3. Цель Ромео и Бертхаус. Арклайд 2-1-2-2-2-3. Цель Купер, Дикси и Танго. Групповое бомбометание. Полное покрытие. Мэрик, ищите любые данные, которые позволят нам получить более полную картину об их разработках. К вам направляется целое авиаподразделение, чтобы уничтожить комплекс. Понял вас. Гиг, как слышишь? Арклайд на подходе. Скоро от этого завода ничего не останется. Понял. Верим. Либо меня отсечь. Вот и все. Быстрее ищите данные. Надо уходить. Похоже на данные для производства. Спутник с номером 24. Сколько же их всего? Здесь зашифрованы данные. Похоже, пробные запуски, даты, прогнозы. Я не понимаю. Внимание, зафиксирована активность. Сильная. Берите данные и убирайтесь оттуда живо. Офигеть. Вообще без проблем. Thank you.
Окей. Счет три. Раз, два, три! Опасения подтвердились. Федерация воспроизвела систему орбитального оружия из обломков Ордена. Скоро они смогут ее использовать? Неизвестно. Данные, которые вы собрали, отправлены на РАД в Колорадо Спрингс. Министр обороны ждет от вас отчет. Завтра в Вегасе ровно в 12. Окс захочет сделать все быстро, так что лучше подготовиться, пока не срубило. У нас 6 часов до возвращения Кигана. Стоп. Тебя что-то беспокоит? Система охраны работает. Уходим! Прячься! Вот, блин, четко это происходит у меня.
много им занимаемся, но он так ничего и не сказал. Он не ломается. Что ж, хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам. А, ты очнулся? Отлично. Как мило, у нас тут вся семья в сборе. Не хватает только нашего молчаливого друга. Блядь, тогда, когда я его где войну, тебя? Сказали, миссия права. Ты же знаешь, права. Я ни хрена тебе войну не скажу. Бы тогда... Нет? Всё. Посмотрим, проблем может, передумаешь. Нет! Вот зараза, я упал! Легче, молодой человек, вами так, я займусь всё. Позже. Логан, посмотри на меня! Блядь, посмотри на меня, сын! Да-да, смотри на него. Особый извращенец какой-то. Покажи ему, сколько боли он тебе причиняет. Интересный человек твой старик. Он отправляет на смерть собственных людей, чтобы спасти свою шкуру. Черт возьми, Рорк! Это наше с тобой дело! Не впутывай ребят! Ты говоришь со старшим по званию, лейтенант. Соблюдай субординацию. Ты никогда не был одним из нас! Ты не призрак! Это потому, что я лучше тебя. Я всегда был лучше тебя. Пальнул бы его тогда. Ты называешь себя призраком. Ой, блин. Ты ничто. Ты и твои сыновья. Вы трупы. Ты бля. Твое имя умрет вместе с тобой. Ну что ж, это очень плохо. Братан, убери пушку. Ты очнулся. Отлично. Куда ж ты стрелял, ты косой как? Как мило, у нас тут вся семья в сборе. А не, он меня не вольнул. Не хватает только нашего молчаливого друга. А что я не сделать, что не понял? Где Киган? Ты же знаешь, я ни хрена я тебе не скажу. Нажимал. Нет? Ну, фить его. Посмотрим, может, передумаешь. Нет! Вот зараза, я упал! Легче, молодой человек, вами я займусь позже. Логан, посмотри на меня! Посмотри на меня, сын! Да-да. Смотри на него. Вот так. Покажи ему, сколько боли он тебе причиняет. Интересный человек твой старик. Он отправляет на смерть собственных людей, чтобы спасти свою... Черт возьми, Рорк! Это наше с тобой дело! Не впутывай ребят! Ты говоришь со старшим по званию, лейтенант. Соблюдай субординацию. Ты никогда не был одним из нас! Ты не призрак! Это потому, что я лучше тебя. Я всегда был лучше. Но ты называешь себя призраком. Ты ничто. Ты и твои сыновья. Вы трупы. Твое имя умрет вместе с тобой. Ой, я урвался, схватил. Он еще дергается. Он никогда не говорил тебе не целиться в людей! Но ведь и выстрелить можно! Так и не снимай, всё, я бать, я буду. Ещё немного. Рорк, стой! Отца! Блин, дядя всё пропустил. Логан! В тебе что-то есть, парень? Мне это нравится. Впрочем, не рисковать, чтобы защитить своего капитана. Ты мог бы у него кое-чему научиться, Элиас. Он мой сын. Что ж, сейчас он увидит, как ты умрешь. Убью тебя, ты слышишь? Я убью тебя, сукин ты сам! Рву на куски, ублюдок! Я горжусь тобой, Логан. Все будет хорошо. Ты прав, Элиас. Я не призрак. Я тот, кто на них охотится и отправляет их на тот свет. Младший боссу нужен живым. Меня тут команду расстреливают. Вот, еще одна.
Вообще. Давай, давай, давай. Дай-ка стрелять. Тебе нормально. В порядке, Мерик? Ребро сломано. Но идти могу. Нам нужно торопиться. Блин, забрал мою пушку. Киган, мы в пути. Кто еще пушка? Поторопитесь. О, давай, дробовик. Где вы там все? Нам нужно попасть в западное крыло здания. Там у нас больше всего шансов выбраться. Чш, за дверью какой-то шум. Действуем быстро. Все чисто. О, да и где пушка была? Скоро уже будет. Нахер мне тут работает. Хватай рацию. Мы можем от них немного оторваться. Кажется, нас услышали. Послали к нам еще солдат. Ты где находишься? Иду к кухне. А что? Я уже почти там. Вам лучше где-нибудь спрятаться. В вашу сторону направилось очень много этих ребят. Сколько? Тогда ты не любимый, чешу. Ай, свои. Нужно спрятаться. Черт, подними его. Давай сюда быстрее. Логан, сюда. Куда сюда? А, сюда. Готов. Что ты лежишь вообще? Ой, ты че, ладно. En las esquinas, no dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Что значит не забежал? Он зашел уже в комнату. Кстати, вот одна граната. А что ты вечно, блин, на линию огня? Сидеть тихо. Фриктура. Их будет еще больше. Другую пушку. О. Тихо. Мы не знаем, где я могу двигаться. Несколько моих узлов пропали. Я оказываюсь в своей стране огромным ростом. Все, двигаем к выходу, вот двери. Ой, на эскалаторе, блин, он не работает. Мы не сможем их обойти. Ждем, пока подойдут. Ладно, Кикер, начинаем. Ждем, пока подойдет. Конечно, подойдет. Вон тача у этой пушки. Я пикею. Я ее просто не могу держать. Ладно, давай еще раз. У меня есть одна граната, и вам пойти. Постойте, их становится все больше. Мы не сможем их обойти. Ждем, пока подойдут. Ладно, Киган. Начинаем. Кого на один раз? А, я его не добил просто.
что-нибудь сделать. Давай, блин, придурок. Вообще мне прикрывайте прикрытие. Бежал. Давай хотя бы дробовик ладно. Блин, уже добьюсь нахуй. Дай это что-нибудь помощнее. Что есть? О, помощнее. Блять, мать, что помощнее. Только что заново, ненавижу заново. Постойте, их становится все больше. Мы не сможем их обойти. Ждем, пока подойдут. Граната, блядь! Ладно, нахер. Всё.